программа «День с толком». В студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Итак, коротко о темах этого выпуска. В общем режиме алтайскую учительницу, осужденную за гибель троих школьников в ДТП с поездом, этапировали в колонию. Бывает кусачий, бывает опасный. Что нужно знать о воспитании собак размером и весом с человека? Новые маршруты, интересные фестивали. В день заповедников и национальных парков о том, что ждет нового алтайские особо охраняемые территории. Прокуратура заинтересовалась деятельностью краевого кардиоцентра. По нашим источникам, сейчас сотрудники правоохранительных органов собирают претензии от врачей-диспансера. Речь идет о жалобах на системную работу всего учреждения, а также претензиях экономического характера. Напомню, в конце декабря медсестры кардиоцентра устроили собрание по поводу того, что им не выплачивают предновогодние субсидии. По словам медиков, субсидии для среднего медперсонала из резервного фонда российского правительства и бюджета Алтайского края теперь не предусмотрены. Все это отражается на финансовом положении работников диспансера. Добавим, что медикам получилось отстоять свои права в другом направлении. Медперсоналу, как и другим медикам региона, вернули дополнительные отпуска за работу во вредных условиях. Ранее предлагалось 2023 года перевести врачей на новые условия труда, подписать дополнительные соглашения к трудовому договору, по которому до отпуск хотели сократить сразу в 3 раза. Три направления медицины ждет масштабное объединение в Алтайском крае. Преобразование коснется наркологической, психиатрической и фтизиатрической служб. Для каждого направления создадут одно юридическое лицо в Барнауле. Организации в других городах и районах станут его подразделениями. О предстоящей реформе в этом году в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Принципы и подходы будут единообразны на весь Алтайский край. Это не коснется только Бийска и Рубцовска. Это то же самое в Шалабулихе будет и в Славгороде. То есть это единая служба будет организована. Соответственно, возможности и диагностики своевременные, вопросы лечения, предоставления дорогостоящих лекарственных препаратов, оказание помощи на дому. Все это будет организовано единообразно. С этой целью мы и организовали процесс объединения. Таким образом, после реформы будут 3 организации – Алтайский краевой наркодиспансер, Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана и Краевой противотуберкулезный диспансер с подразделениями в районах. Как подчеркнул глава Минздрава, преобразования не приведут к сокращению числа медработников. В этих службах и так не хватает кадров. Сегодня день, когда самое время размяться и сделать зарядку. А лучше уделить этому всю неделю, поскольку она посвящена продвижению активного и здорового образа жизни. Но что значит правильные физнагрузки? Кто может их рекомендовать и оценить? И почему специалисты не всем дают зеленый свет в мир спорта? Узнаем далее. Заводим палочку за спину. Взяли по краям. Начинаем с правой руки, правая рука у нас подталкивает левую и поднимаем в сторону, стараемся стоять ровно. Палочки для ровной осаночки. Так шутливо называет это упражнение инструктор Алтайского врачебно-физкультурного диспансера, где наблюдает как профспортсменов, так и тех, кто просто занимается физической культурой. Для Юлии такое занятие – лишь легкая разминка. Девушка – мастер спорта по хоккею на траве. Пошла в спорт не просто так. В детстве слабый иммунитет хотелось укрепить. Со временем я стала, уже адаптировалась и стала меньше болеть. Мы тренируемся в любое время года. Единственное, что хоккей на траве – это больше летний вид спорта, но тем не менее зимой мы тренируемся на улице, играем в футбол, иногда играем в хоккей на льду, на коньках. Простуда уходит бесследно, но беречь себя приходится тщательнее. Большой спорт – риск частых травм. Для этого в диспансере есть особые специалисты – врачи по спортивной медицине. Они помогают юным спортсменам сбалансировать уровень нагрузок или помочь реабилитироваться при травме. Проверять детей уже, которые систематически получают приличные физические нагрузки, занимаются в спортивных школах, клубах. Основная задача – это не просмотреть какую-либо патологию, уже имеющуюся у ребенка, или, возможно, которая может появиться вследствие больших физических нагрузок.
Сюда могут обратиться не только профессиональные спортсмены, но и те, кто сам по себе активно занимается спортом и физкультурой, хочет получить консультацию по закаливанию, оздоровлению, питанию или начать с малого, например, с оздоровительной гимнастики. Ребятишки же, которые занимаются спортом, занимаются оздоровительной гимнастикой, они, ну, во-первых, они более усидчивые, а у них лучше память, потому что усвояемость идет лучше. Если человек занимается оздоровительной гимнастикой, значит, организм получает дополнительную оксигенацию головного мозга, поэтому память у ребенка будет лучше. Также не всем желающим посвятить себя профессиональному спорту специалисты дают зеленый свет. Выдержать интенсивную нагрузку способны немногие. А для тех, кто хочет просто встать на тропу оздоровления, но откладывает это до очередного понедельника, совсем не обязательно гонять марафоны и в дождь, и в снег. Такие прогулки для заядлых зожников, добавляют врачи. Новичкам можно начинать с малого. Ежедневная зарядка и постепенное увеличение нагрузки. Главное, при нашем малоподвижном образе жизни почаще разминать спину. Именно она помогает нам не прогнуться под весом тяжелых будней. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. А теперь к одной из самых обсуждаемых тем этой недели. В Барнауле сегодня простились с Еленой Падун. Женщину нашли мертвой на крыше дома. По версии следствия, ее задушил бывший муж и замаскировал убийство под исчезновение. Знакомые, которые знали семью, считают, что причиной расправы мог стать жилищный вопрос. Якобы бывшие супруги не могли поделить квартиру. Напомним, что в начале января Елена пропала. Женщину искали несколько суток. Вчера бывшему мужу Елены предъявили обвинение в убийстве. От дачи показаний и комментариев он отказался, хотя ранее мужчина на крыше дома в подробностях рассказал о случившемся. А теперь к другим темам. Собака – друг человека. Однако не все так просто. Собака может быть и опасной, особенно крупная. Об этом нам напомнила недавняя трагедия со смертельным исходом, когда Алабай напал на собственную хозяйку. Эта история многих потрясла, и мы решили узнать, как такое возможно в принципе, и что нужно знать о правильном воспитании хвостатого друга размером и весом с человека, а то и больше. Это хранитель Сибири, владеющий миром. Именно так звучит его имя по документам. А дома просто Велес и его хозяйка Инна. Крупными собаками я занимаюсь уже почти 20 лет. Вот. Начиналось все с кавказских овчарок. На сегодняшний день у меня 5 кавказских овчарок, 2 среднеазиата, 2 американских акиты. Заниматься собаками несложно, говорит Инна. Главное знать, как их правильно воспитывать. Ведь собака не игрушка, а взращивание начинается с самых первых дней. Золотое правило для любой собаки. Что нельзя делать взрослой собаке, нельзя делать и маленькому щенку. Чем больше общения с питомцем, тем ближе контакт и понимание. У каждой породы свои методы воспитания, и тут надо очень глубоко вникать именно в историю породы. Любая порода ведет себя так, как ей исторически предначертано. То есть, если она исторически создавалась как охранная собака, нельзя ждать, что она будет белым плюшевым медвежонком, она будет охранной собакой. Среднеазиатская овчарка или в простонародье алабай – собака территориальная. Ее предназначение – охрана большой территории от хищников. Собака с очень серьезным характером. Собака должна подчиняться командам беспрекословно. Физически справиться сложно, потому что, ну, сами видите, да, собака крупная, вот, но при этом он может дернуть, да, но при этом ему даешь запрещающую команду, он тут же останавливается. Соответственно, это вот с детства воспитывается именно вот это обязательные вот эти тормозящие команды. Они должны быть в безусловном рефлексе. Велесу исполнилось 2 года, а весит он уже почти 80 килограммов. За его плечами множество выставок по всей России, а также успешно пройденные тестирования на поведение. На команду надо 5 секунд на размышление. Они оценивают ситуацию, они сами принимают решение. Однако агрессию собака проявлять не должна, но если не воспитывать такую собаку, она будет решать, что ей делать сама, и может стать опасной для всех окружающих. Пример тому – ЧП накануне с известным барнаульским урологом. Но о точной причине нападения ничего не известно. Причина именно нападения могло быть все что угодно. Могла быть течная сука рядом.
Могла быть, допустим, голодная собака, поставили еду, вторая собака пыталась эту еду отобрать, возникла между ними агрессия между собаками, и агрессия переместилась на хозяйку. Могло быть так. Могла хозяйка просто взять, допустим, как-то себя повести неадекватно. Это могло вызвать агрессию. Скорее всего, она не воспринимала хозяйку, как авторитетную личность, которую нужно слушаться. И вот эта трагедия произошла, скорее всего, вот по причине неправильного содержания животного. По словам специалистов, культура кинологического владения собакой в наше время утрачена. Десяток лет назад крупную собаку завести было непросто. Нужно было пройти трехмесячные курсы по собаководству и сдать экзамен. Сейчас же с легкостью можно приобрести кого угодно. Но перед таким серьезным шагом важно понимать все необходимые аспекты. И систему собаководства, говорят эксперты, нужно срочно восстанавливать. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаулец, который в ярости набросился на инвалида, просит суд рассмотреть его дело в особом порядке. Сегодня прошло очередное заседание. Напомним, в ноябре прошлого года эти кадры облетели всю страну. Пострадавший решил заступиться за ребенка, с которым достаточно грубо обращался отец. Сначала неравнодушный житель краевой столицы решил просто разобраться, кем агрессивный мужчина приходится ребенку. Замечание от прохожего вывело из себя строгого родителя, и мужчина набросился на инвалида, у которого ампутирована нога. Оказаться сопротивления он не мог. В итоге за свою инициативу пострадавший поплатился гематомами и обострением гипертонической болезни. Кроме того, из-за всей этой истории пострадавший мужчина упустил возможность установки современного протеза. Это все произошло в субботу, у нас в понедельник должно было быть, мы приглашены были на презентацию современного протеза. То есть мы должны были в ноябре начинать оформлять современный протез, который облегчил бы ему жизнь, облегчил бы его существование. Мы не успели, теперь это у нас отложится на этот год, а этот протез стоит 2 миллиона. Что касается подсудимого, он полностью признает свою вину и просит об условном сроке. Следующее заседание по делу состоится в эту пятницу. А вот учительницу, которую осудили за смерть троих детей, отправили в колонию. Речь идет о трагедии, которая произошла в ноябре 2021 года в Тальменском районе. Учительница решила подвести учеников из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Дети погибли на месте. Тальменский суд приговорил Анну Дирин к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако учительница, которая унесла из жизни троих детей, посчитала, что ее приговор слишком суров, и уже в краевом суде просилась в колонию поселения. Но приговор оставили без изменений. В итоге Анну Диринг этапировали в исправительную колонию общего режима в Шипуново. Больше 1200 крыш многоэтажных домов в Барнауле признали потенциально опасными из-за падения снега и сосулек. Об этом сообщают в администрации города и подчеркивают, что держат вопрос на особом контроле. Как продвигается процесс, расскажет Анара Шагирова. Снежные шапки и сосульки, свисающие с кровель, вновь стали для жителей поводом посмотреть наверх, а для ответственных лиц пересмотреть ранее утвержденный график работ. Есть поручение главы города, что в кратчайшие сроки, невзирая вот на графики, обеспечить безопасность в первую очередь жителей. То есть на первом месте сейчас стоит уборка вот наледей и снежных шапок с кровель, чтобы избежать падения, возможного схода и, соответственно, травмирования людей. Итого в городе почти 1300 опасных кровель, которые предстоит очистить в ускоренном темпе. Из них больше половины управляющие компании уже обезвредили. Продолжаются работы и во дворах. Сегодня задействовано больше 1000 дворников и 80 единиц снегоуборочной техники. В мэрии подчеркнули, что по вопросам уборки придомовой территории и кровель жильцы могут обращаться в управляющие компании и ТСЖ. Управляющие организации несут за это полную ответственность. Во-первых, это как административная, в том числе лицензионная ответственность. Это штрафы за нарушение правил лицензионной деятельности у 250 тысяч рублей. Это статья 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. И, соответственно, это вплоть до лишения лицензии по работе по управлению многоквартирными домами. А если от бездействия ответственных лиц кто-то пострадает, заверяют в мэрии, на управляшку могут завести и уголовное дело. Анара Шагирова, «День с толком».
Цифровой деканат, цифровые зачетки. В Политехническом университете рассказали об образовании будущего, благами которого студенты пользуются уже сейчас. ВУЗ с начала нового учебного года отказался от зачетных книжек в бумажном варианте. Также у студентов появилась возможность оформлять разные справки, не выходя из дома. Подробнее в сюжете. Политех – обычный экзамен 4-го курса. Только в конце проверки преподаватель не примет зачетку ни у одного студента. Дело не в знаниях, а в цифре. С начала учебного года университет отказался от зачетных книжек в бумажном виде. Теперь они электронные. Оценки можно выставлять через компьютер и даже телефон. В своем личном кабинете студенты могут увидеть информацию об успеваемости, расписание занятий и экзаменов. О старом формате зачетки здесь не жалеют. Ее нельзя элементарно потерять. Ну, у меня просто были случаи, потому что мне давали зачетку моего одногруппника, который должен ему передать, а я ее вообще забыл при рассчитывании. Ему по итогу пришлось новую оформлять, и только потом я про нее вспомнил. Что такое зачетка вообще? Это некий документ, в котором собраны все оценки студента с подписью преподавателя. Все эти информация, она дублировалась здесь, в сводных ведомостях, в обычном деканате. Да, она теперь в другом виде. У студента ее нету. Преподаватели почувствовали удобство от этого. Это и работа с должниками в том числе. Поэтому минусы, ну вот они просто трудности, я бы не назвал это минусом, я бы назвал это трудности с переходами немножко на новую технологию. Хотя мы к этой технологии, я считаю, морально и материально были давно готовы. А еще в университете начал работать цифровой деканат. Его можно сравнить с госуслугами. Так в ВУЗе автоматизировали рутинные процессы. Теперь не нужно ждать несколько дней, чтобы получить нужную справку в бумажном или электронном виде. Цифровой деканат очень сильно экономит наше время, позволяя все заказывать из дома, без необходимости заходить и заполнять лишние документы. Я отправил из дома заявку по почте, и в течение нескольких часов мне уже пришла готовая справка. Эта идея родилась в политехе, когда ВУЗ ушел на удаленку во время пандемии. Кстати, именно пандемия ускорила цифровизацию университета. Это электронные курсы и сетевое взаимодействие с разными вузами. Так, например, сегодня в политехе увеличилось количество иностранных студентов, так как многие из них могут учиться, не выезжая из дома. Тут много можно спорить на тему, как хорошо или плохо электронное образование. Ну, наверное, у каждой формы образования есть свое место. Действительно, живое общение с лектором – это да, это надо. Но есть и материал, который действительно просто студент должен своим трудолюбием прочитать, понять, провериться и так далее. И это тоже правильно. Я считаю, что вот это вот гибридное образование, оно нас, пандемия нас к этому подтолкнула. Несмотря на появление цифрового деканата, родные деканаты на каждом факультете по-прежнему работают. В университете подчеркивают, живое общение никто не отменял и не собирается. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня день заповедников и национальных парков, или по-другому особо охраняемых природных территорий. В Алтайском крае такие тоже есть. Один из самых крупных – Тегерекский заповедник. Он находится в юго-западной части нашего региона, а также национальный парк Салаир. Он находится в восточной. На их территории планируют разрабатывать новые туристические маршруты и проводить фестивали, рассказали в руководстве. В Туголе мы в начале сентября проведем уже второй раз такой фестиваль, который называется «День Чумаша». Он будет иметь у нас, получается, в основном такое туристическое направление. Мы будем там рассказывать, показывать с помощью видеороликов наш национальный парк, фотовыставка будет, будут ярмарки проводиться. В общем, такая очень обширная, разнообразная программа. У Тегерекского заповедника недавно появился свой сайт «Тайга-22», где публикуют информацию о маршрутах, времени прохождения и природных достопримечательностях. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!